Площадка за торговым комплексом «Дидас Персия», территория за центральным универмагом, парковка у здания филиала «Белгострах», рынок «Приграничный сервис Посябровск» и, конечно же, стоянка перед центром «Экватор». На каждой из этих торговых зон будет представлен широкий ассортимент плодово-овощной продукции. Однако, чтобы не создавать проблем реализаторам, организаторы просят автомобилистов не парковать свои транспортные средства по указанным адресам в важные даты. Просьба горожанам, чтобы не оставляли личные автомобили на парковках, где будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. Это все субботы октября месяца. 3, 10, 17, 24 и 31. Также к участникам убедительная просьба, что заблаговременно не оставляйте свой транспорт упакованной продукции тоже на ночь. Приезжайте с утра, и специалисты управления торговли, сотрудники госавтоинспекции расставят ваши машины в соответствии с расстановкой, которая была предварительно сделана. Нововведение, которое внедряется в этом году, в первую очередь ощутят реализаторы продукции. Теперь участие в ярмарке проходит по заявительному принципу. Это значит, что каждый потенциальный продавец предварительно должен заполнить заявку, размещенную на сайте горосполкома. Таким образом, участник гарантирует себе место, занять которое не сможет уже никто. Есть положение об участии в ярмарке как для физических лиц, для сельхозпредприятий и для индивидуальных предпринимателей. Есть заявочка. Субъект хозяйствования либо физлицо заполняет эту заявку, тем самым он является автоматически участником сельскохозяйственной ярмарки. Обратная связь будет происходить таким образом, что в день проведения ярмарки данный субъект или физическое лицо приезжает по месту заявившейся площадки, и его с 5 утра уже специалист управления торговли, либо администрации района и сотрудник госавтоинспекции будет производить расстановку. На данный момент в управление торговли и услуг уже поступило более 150 заявок на участие. Однако, так как площадок 5, организаторам еще есть что предложить предпринимателям. Напомним, распродажа товаров сельскохозяйственной продукции будет проходить в Бресте во все субботы октября.